Всем привет! Вы на канале ArtFly, и это снова распаковка бумажных сюрпризов. У нас сегодня, как обычно, есть новиночка под названием «Еда». Вот, сейчас иду. Вот, «Еда» под названием. У нас есть здесь один большой пакетик, мы его распакуем в самую последнюю очередь. Так, давайте выберем наклейки, которые будем сегодня распаковывать. Так, из новиночки возьмем такую вот наклейку с вопросиком. Далее у нас уже все знакомы вам коллекции. В коллекции Бисер остался один маленький пакетик. Вот мы сегодня его распакуем, а потом будем распаковывать вот эти вот большие два. Прошлая новиночка – школьная жизнь. Давайте возьмем вот такую вот. С надписью, как вот в тетради мы писали в первом классе, с первого класса по четвертый класс. Далее коллекция канцелярия. Возьмем такой вот средний пакетик. Большая коллекция пластыри. Возьмем два пакетика. Давайте вот такой вот возьмем. И вот такой вот с надписью пластыри. Коллекция Wednesday. У нас уже совсем немножко осталось. Скоро закончим ее. И давайте возьмем вот такую вот, с надписью The End. Коллекция эмоджи, тоже здесь немного осталось пакетиков. Возьмем вот такой вот необычный, с кучей вопросительных знаков. Ну и напоследок, огромная коллекция математика. Возьмем сегодня два пакетика, давайте вот такой вот, и какой-нибудь сейчас какой попадется, вот такой вот. Вот такие вот пакетики сегодня у нас на распаковке. Много, достаточно. И давайте распаковывать. Первая коллекция бисер. Вот. Последний маленький пакетик такой вот. И что у нас там попалось? Сейчас. Нам попался вот такой вот стеклярус. Не знаю, какой фирмы, не придумала. На цифру 4 приклеим. Дальше коллекция канцелярия. У нас здесь тоже немного осталось пакетиков. Раскроем. Вот здесь у нас вот на раскрывашке уже много застряло. Ладно, сейчас какой-нибудь раскроем, так чтобы не порвать саму наклейку. Вот. Нам попались ножницы по цифре 2. Вот сюда. Следующая коллекция. Wednesday. По цифре 5, кстати, вот сюда вот. Давайте откроем. И что нам попалось? Где? А, вот. О, нам попался такой вот витраж, который был в комнате Wednesday с Энид. Далее огромная коллекция математика. У нас два сегодня пакетика. Раскроем их. Не открывается что-то. Сейчас. И нам попалось понятие такое, как бисектриса. Под номером 25. Самое последнее. И второй пакетик. Вырвать бы. Ой. Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Я порвала прям пополам всю наклейку. Сейчас будем реанимировать это все. Нам попалась дробь. Неправильно. Но сейчас мы это приклеим. И это под номером 14. Вот сюда. Аккуратно приклеим это все дело порванное.
Надеюсь, ничего страшного. Так, следующая коллекция. Эмоджи. Где эмоджи? Вот они. Открываем. И нам попадается такой вот веселый, подмигивающий смайлик. Приклеим его вот сюда. Далее коллекция пластыри, которая тоже большая. У нас два пакетика сегодня. Вот, не порвала, хорошо. Нам попался вот такой вот пластырь. Это получается с первой странички. Вот здесь вот. Приклеим его вот сюда. Много намазала клея. Так, и второй пакетик. Он у нас тоже с первой странички. Приклеим его вот сюда, вот рядом с прошлым пластырем. Вот такой вот. И следующая коллекция — это новиночка из прошлого видео. Вот. И что нам попадается? Нам попалась такая вот маленькая наклейка-ручка. Здесь вот с этой стороны есть двусторонний скотч. Под номером 4. Вот сюда. И наша новиночка. Я вот так вот просто простенько оформила страничку. Здесь как будто прилавки будут так вот стоять продукты. И давайте откроем. Так. О, не порвала. Хорошо. Так, что это у нас? Ой, немного залепила. Клеим. Сейчас. Вот так. Нам попалась такая вот конфетка. Вкусненькая. Под номером 7. Вот сюда вот. Так, вот пусть лежит на прилавке. И вот какие мы сегодня распаковали наклеечки. На этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!